его. Настроение постоянно меняется от раздражения, дискомфорта и отчаяния до почти счастья и чувства полноты жизни. Моя душа, она опять полна надежды. Этот диссонанс усиливает музыка, специально расстроенная фортепиано и совсем неожиданные инструменты, с помощью которых музыкант во время спектакля создает свой перформанс. Мятая бумага, что-то вот, это, вот попрыгунчик, да что это? Это супербол. Что-то купленное в магазине сантехники, какие-то интересные просто щетки для обуви. Спустя 2 месяца репетиций драматическая премьера готова к показу. Сегодня и завтра вместе с артистами Московского художественного зрители пройдут сложный путь, чтобы найти выход и утолить нестерпимый голод. Наталья Бабкина, Николай Жуков, Валерий Долгов, Георгий Макунов, ТВ-центр.